Всем привет! Продолжаем дальше выполнять задание. Сегодня у нас задание преодолеть в наших рядах. Предатель в наших рядах. Сори. Берем задание. Цель задания у нас убейте Нака, Куза и лорда Оркобоя. И принесите их черепам, кривозубу в лагерь Туараху в степях. Нажимаем принять. Взяли задание. Открываем карту. И смотрим, где Казанака, Мока. Садимся на смотра. Так, мы вот пришли на место, там где нам было указано место, которое нам нужно было быть монстру. И вот я не могу найти. Пытаемся найти. А, вот нашли. Пока не могу.
Вот Нак есть, который нам нужно убить. Они еще не готовы. Надо подождать. Теперь нам нужно еще Каза найти и Лока. Откроем карту, посмотрим еще раз, где. Наверное, нам нужно бежать вот туда. Я могу прочитать это заклинание. Нужно больше маны.
могу прочитать это заклинание. Мы там смотрели, его кто-то убил, и он респанил. Или что-то еще с ним не то. Ну, сейчас мы проверим, можно я вообще не то вместе смотрели, где он мог убить.
наша точка, как бы, где вот он должен быть, но он где-то вот после этого камня, вот, видите, прямо камни с красными же рисунками, вот его он показывает. Надо подождать. Забираем череп Казу. Все, задание у нас выполнено. Что нам нужно дальше сделать, это бежать к тому, кто нам дал это задание. Садимся на транспорт. На меня какие-то напали. Приехали в деревню. Вот тот, где мы брали задание. Заходим на него. Продолжить. Все числа у нас есть. 3000 опыта надо изменить на задание. Нажимаем завершить. Все, задание выполнено. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи. Пока.